Всем привет и добро пожаловать на мой канал. С вами я, Джискиран, и рубрика «Жена меня заставила». Сегодня у нас реакция на клип и трек, простите, на клип и трек группы Red Velvet «Умпа Умпа» или «Умпах Умпах», ну как-то так. Да, реакции долго не было на кей-поп, ну простите, особо ничего не выходило, поэтому ничего и не было. Так что как-то так. Ну что, давайте не будем тянуть. Погнали, посмотрим. Тут, ну, сразу встречает лупоглазенькая желтая маленькая машинка. А, они в пробке стоят, понятно. А, какие милашки. Еще я в розовом все. Ага, то есть сюжет клипа, они стоят в пробке. Понял, принял. Черепундель. Что он там делает? Кто выпустил черепаху на дорогу? А, они, видимо, куда-то едут. Это об этом. Ну, короче, понятно, это летний клипец. Они приехали отдыхать на море. А-а-а. Как всегда, приезжаешь, и тебе всю поездку и весь отдых на море пересирает погода. Жиза. Эх, сорян. Надо головную мошонку поправить. Раздражает она меня. Эх. А, нормально, у них еще и дом протекает. Вообще шикарно. Не фартануло. С зонтиком в доме. Под столом играют в настолки. Ой, какие глазки. Пинается что-то там. Забавно. Прикольно покрашены волосы. Довольно миленькая, приятная песенка. Слушать и смотреть приятно. Ну вот, как говорится, где наше, блин, солнышко? Мы приехали отдыхать на пляжу. Где оно? Хочу солнышко. Чё? Бедную ведущую конопатит там. Колыхает, во. Неправильно первый раз сказал. Жесть, конечно. Как ни печально, реально такое может быть, когда приезжаешь на отдых. Из-за нерадивых этих, как их называют, с датчиков. Капец, они отправили девчулю поправлять антенну, блин, с зонтом железным на крышу. Кажется, сейчас кого-то молния шарахнет. Не? Все в порядке? А то это крайне ожидаемо, что молния ударит либо в зонт, либо в антенну. Да и вообще, с крыши сдуть может с зонтом. Жесть. Прикольно, конечно. Ну вот, погода не распогодилась. Или распогодится. Распогодилась. Вроде как. Ну, в принципе, все. На этом конец клипа. Ну чё, клипец приятный, мне понравился. Миленький, приятненький. Такой... Ну, клип, как бы, ну, обычный летний клип. Ну, с своими небольшими рофлами. Приколюшками. Забавненький, веселенький. И песенка приятная, такая... Ненавязчивая. На фоне послушать норм. В общем, мне понравилось. Прикольненько. Надеюсь, и вам понравилось. Вы не забудете поставить лайк оригиналу. Лайк мне можете поставить. Можете подписаться на канал. Можете прийти на стрим. Этому я даже больше рад буду, чем всему вообще остальному.
пообщаться со мной, ну, как бы в реальном времени, если у вас есть желание, там, не знаю, сказать мне гадость или что-нибудь хорошее. Ну, в общем, надеюсь, вам понравилось. А что делать, вы уже знаете. С вами был я, Джескеран. До скорых встреч. Пока.